Воскресенин Александр Иванович. В 2017 году по заявлению многих жителей поселка Первый Плановый прокуратура Ленинского района города Челябинска подавала иск к администрации Челябинска о возложении на нее обязанностей по организации системы водоотведения дождевых вод на многих улицах поселка Первый Плановый. Внимание! Иск удовлетворен в полном объеме. Администрация и сам заработали решены. Установлены водоотводные...